Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. 325 вымпелов мы с тобой забираем за 13-й день. Так, вымпелы весенние, отлично. Так, что у нас тут еще? Во-первых, мы сегодня допройдем с тобой события, так? Так. Ну, начнем, естественно, с пака. Бесплатно. Монеты Одина. А здесь у нас Древоруб, Лаварык и Беззубик. Вау. Плюс немножечко ресурсов. Окей. Давай тогда сразу рекламный глянем. Опять же, монетки Одина. И здесь у нас Крылатый Ужас, Кревет, Костолом и ресурсы. Окей. Так, дракончики летают, собирают. Так, загружаются необходимые данные. Да, ребята, опять мне пришлось переустанавливать игру. Я не знаю, в чем проблема. Что-то не запускалась она у меня. Так, здесь ничего хорошего нету. Ну и фиг с ним. Так, а у меня что? О, рыба дополна. Понятно. Так, давай с этими разберемся тогда. Острокрылый змеевик. Летит бесплатно. А здесь у нас... Что-то нам дашь? Яйцо. Да нафиг бы оно мне сдалось, если честно. Давай, шепот. Бесплатно. Лети. Этот у нас еще на задании. А сарделечка в ожидании. Что-то нам дашь? Яйцо. Так, давай-ка в стойло полетишь. Бесплатно, естественно, все бесплатно. Янтарь есть. Тогда ставим на обмен. Тут еще, ребята, два дня нам нужно ждать, чтобы построилась лохань-дровница. Плюс ко всему прочему я поставил нашу академку на прокачку. Ну и, как ты видишь, тут три дня тоже придется ждать. Все эти у нас на сборах, да? И здесь у нас больше ничего нету. Ну что? Давай, наверное, заберем с тобой награды здесь. Получить янтарь. То же самое. Слушай, интересно, посмотрим, сколько у нас вымпелов. Может быть, нам можно что-то приобрести, пока у нас не кончилось это весеннее. Так, здесь у нас пустота, да? Ничего нет хорошего. Окей. Ну-ка, сколько у нас вымпелов? В данный момент 1650. Что мы можем купить на эту сумму? По-моему, ничего. 2000 нужно для того, чтобы взять редкого землехвата. Вот если только на него накопить. Ну, попробуем. Попробуем. Так, события, друзья мои. И у нас груз Драконьего края. Там, по-моему, если не ошибаюсь. Что? Если не ошибаюсь, у нас, да, осталось последнее задание. И вот здесь самое интересное, что сделать нам. Барс и вепрь. Его, наверное, мы поменяем. Скорее всего, нам надо будет поменять его на... Слушай, если взять стальной капкан, наверное, не потянет. Да, скорее всего, не потянет. Ну а кого тогда? Может, штормореза взять? Ну давай штормореза возьмем с тобой, фиг с ним. Так, поехали. Ветрокрыл, шторморез и кривоклык у нас. Будем пробовать. Опа. Так, тихо, ребятушки, тихо, успокоились. Тут две волны. Естественно, надо начинать с остального капкана. Тут как ни крути, ребят. Иначе распишут. Да не трогайте вы, блин, мне. Так, что он сейчас будет делать? Ох ты, у нас две груши. Две этих, всего лишь-то. Ладно. Применяем, ребята. И замораживаем. Пока только такой вариант вижу. Уничтожаем. Куда сделать-то лучше? Наверное, сюда все-таки, да? Попробуем, ребят. Только бы не уничтожил мне кривоклык. Ё-моё, он, ребята, на соплях держит. А какого лешего-то он? Фига себе, ребята, он... Он два раза сходил. На каком, блин, основании? Извини меня. Так, бомбим. Добиваем. Я в шоке, если честно. Ребята, это что за дела? Ну-ка, предположим, так сделаем, да? Укус. Пока у него пониженная броня, ребят, нужно
использовать все методы. У нас с тобой осталась одна груша и всего лишь один прилив сил. Как вот ты прикажешь мне здесь бороться с ними, а? Окей. Ёпарасоте, это все злобные змеевики, да? Точно. Ну, естественно, куда же он еще может бомбануть? Так, интересно, они смогут его? Зеленые, блин, они же красные. Против зеленых вообще топчик заходит просто. Что делать-то, блин? Что здесь можно сделать? Как бы мне с ними разобраться-то, а? Я не хочу терять просто ветрокрыло, понимаешь? Если я укушу, потом они вдвоем сходят. Вдвоем! Это, естественно, они 100% будут бомбить ветрокрыло мне. Сто процентов, я тебе говорю. Твою налево. Если я сейчас, например, отниму у них здоровье, это фигня получается. Я делаю вот так вот, ребята. И вот так. 100% я неправильно сделал выбор. 100% я говорю, сейчас будут бомбить. Ну, естественно. Ну, куда же они еще будут бомбашить? Конечно же, в самого слабенького. И это сейчас еще туда же, да? Понятное дело. Ну-ка. Допустим. Сейчас они вдвоем распишут, скорее всего, да? Оу, а это что? Это стальной капкан, что ли, был? Да ну. Они же сейчас... Ой, этот еще под усиленной атакой. Слушай, знаешь, что нам с тобой нужно сделать? Смотри, что я хочу сейчас сделать. Я знаю, ребята, что мне придется все потратить. Но другого варианта нету. Надеюсь, я не ошибся. Ну, если я укушу сюда. Блин, неужели фейл? Шторморезы уничтожит, да? А как мне вот с этим теперь прикажете драться, а, ребята? Какого он уровня там? Да какого бы он ни был, он все равно будет сильнее меня. Как я его сейчас тут буду кромсать, я ума не приложу. Ну ты посмотри, что тут происходит. Не, ребят. Слушай, у нас же есть... Подожди секунду. Подожди. Придется тратить. Придется, друзья мои, потратить на это все дело. Только так. Других вариантов нету. И то мне придется все это потратить. Вот это мы попали. Это мы попали, называется круто. Так, сейчас что-то будет, да? Сейчас что-то будет. Опять же мне... Хотя, подожди, мы можем же сделать с тобой вот так вот, наверное. Укусить, потом повесить на него слепоту. Сейчас вот повесим слепоту на... Да в плане, блин. А груши сколько стоят? В плане 159 рублей. Какие 159 рублей? О чем вы вообще говорите? Видишь, что он творит? Видишь, что он вытворяет? Гаденыши такие. Так, ну что, пускай он бомбит. Потом мы... Последний раз с тобой так вот делаем. Слепоту. А что ты не делаешь? Суперудар-то свой, эй! Давай, 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 траться, траться на суперудар. Отлично. Да ну блин, ну ребята, ну... Неужели сейчас ушатает? Нам крупно повезло. Нам крупно, друзья мои, повезло. Это все делается ради того, чтобы мы прошли с тобой полностью это испытание.
Да, друзья мои, это того стоило, наверное. Так, что нам выпадет здесь? Да какая рыба, ну зачем? Ну дали бы мне пак за мои старания. Блин, нет, нифига подобного. Но, тем не менее, мы забираем с тобой 400 вымпелов. Отлично. Нам нужно поддерживать запас ресурсов в драконьем крае. Вот, это вам. Спасибо большое. Так, что у нас тут-то такое? Зеленая смерть что-то нам принесла. Понятно. Давай дальше иди, ищи. Свищи в поле. Так, друзья мои, а у нас еще одно событие. Подготовка. Вывод разведки. Давай-ка посмотрим. Коротенькое. Так. Коротенькое, да? Ну-ка, дай-ка я возьму, наверное... Верну Барсика, наверное. Нам надо сделать именно так. Стоп, погоди-ка. Может быть, шторморез... Ой, ветрокрыло нам вернуть? Да, ветрокрыло, конечно же. Где он? Вот он. Да я говорю, снарядить! Вот сюда. Отлично. Так, ребят, ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь. Только бы не по 6 волн. Только бы не это событие, а. О, шикарненько, по 2. О, тут вот кто у нас. Зелененькие, да? Блин, надо было брать красных. Ладно, фикси. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, тихо-тихо. Да, мне кажется, здесь надо было брать вместо Барсика, оставить все-таки штормореза. Все-таки был бы хил дополнительный, да? Что нам бы не помешало. Так, ветрокрыл замораживает противника. Уничтожили. Так. Угу, конечно. Держи карман шире. Ну-ка, сейчас, наверное, будет себе броню вешать. Да? Нет, не стал, интересно. Тут мы с тобой хернемся чуть-чуть и добьем. Так, кто у нас там на последней волне? Громль плюс змеевик. Так, вроде бы неплохо. Заморозочку сейчас будем применять. Сделаем. Так, ну что, заморозили, да? Теперь добиваем этого. Кусаем сюда. Так, я хиляться пока не буду, но незачем просто-напросто. Будем просто с тобой вот так вот бомбить. Давай траванем. Слушай, отравление, кстати, невыгодно вешать. Ты знаешь почему? Потому что отнимает намного больше, ой, меньше урона, чем мы делаем с тобой двойную атаку. Ладно, побед за нами. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь достанется. Да и плод мудрости, ну, прилив сил тоже неплохо, кстати. Так, здесь нет наград. Забираем с тобой пак. Угу. Через бой мы, кстати, получим с тобой вымпелы. Так, кстати, скоро ужасное чудовище прокачается до 10 разряда. Древоруб, так, шторморез. И все, что ли? Ну что же, вперед. Навстречу приключениям. Мне кажется, здесь будет легкое событие. Так, а у нас с тобой одна груша и 2 прилива сил. Это неплохо. Так, волны, как всегда, 2. Это меня очень радует. Так, что он там делает? Ага. Поехали. Громорог, что тебе там надо? Вот, как всегда. Понижает мне атаку. Минус дракончик. Что-то там собрался опять делать. Опа. Смотри-ка, что он делает. Он всем понижает атаку. А мы с тобой сделаем вот так вот. Так, фиолетовые довольно неплохо, да? Бомбят синих, это круто. Будут знать, как говорится, на кого наезжать. Да нету смысла, в принципе, хиляться здесь. Переходим на следующих противников. Тут кревет, смотрю, ага, и опять же громль. А если я сделаю вот так вот? Пускай он поработает на нас, да? Я думаю, никто не будет против.
А мы с тобой будем вот этого пока бомбить, потому что он зеленый, и он, ребят, очень тяжел именно на разборку. Кусаем. Так, давай еще вжарим его. Красавчик. Продолжаем бомбить. А, он себе, смотри-ка, усилил атаку. Это нам выгодно. Раз он усилил атаку, мы бомбим сюда, вешаем вот это. Я надеюсь, он его убьет. Нет, чуть-чуть не хватило. Тогда мы добьем сами. Ну все, в принципе, кревет уже здесь ничего не сделает, потому что ему крышка. Ну, а мы двигаемся дальше. Ну и что же ты нам тут подкинешь? Давай плод мудрости, две штуки. Да фиг там. Он мне даст лучше древесину. Забираем с тобой 200 вымпелов. И, по-моему, у нас с тобой хватит на то, что мы собирались там купить редкого землехвата. По-моему, хватает. Ну что, пойдем поборемся за 100 рун. У нас, по-моему, даже энергии хватит на все это дело, да? Так, кревет и... прихвостень, да? Или кто это у нас? Промахнулся. Ха-ха-ха, на тебе. Кусаем. Так, нет, это... не, ну это не древоруб же, да? Нет, конечно. Древоруб зеленый, а это у нас... или прихвостень, или как его там величать-то? По-правильному. Смотрите, что мы с тобой сделаем. Хопа, и все. Мы с тобой даже успеем отхиляться, если честно. Сейчас будем... ага, нечем, к сожалению, мне пока хиляться. Ну и что ты там затарахтел? Ага, понял. Добили. Вот они что решили сделать. Теперь их мало. Вдвоем они решили втроем на нас напасть. Так, если что, мы с тобой, наверное, сейчас будем все-таки включать заморозку. Угу. Массовая атака будет. Поехали. Как говорится, все баиньки. Наверное, будем... ну, давай штормореза. В первую очередь его. Теперь... вот этого вот. Или лучше хильнуться. Хильнемся, скорее всего. Теперь сюда. Так, кривоклык, ты добьешь его? Молодец. Так, можно еще хильнуться. Ну и что ты тут собираешься делать, а? Вот хлыщ мелкий, ты посмотри на него. Хиляемся. Ну, кривоклык его добьет. Одним словом. Ничего он уже здесь не сделает. Ну что, мне нравится, как мы идем. Довольно ровно. Забираем свои награды. В виде рыбы, да? Угу. В виде рыбы. Так, забираем с тобой 100 рун. И у нас... да, мы, кстати, полностью с тобой уложимся в энергию. То есть два поединка у нас впереди. Так, а здесь у нас мини-боссик будет. А там уже будет босс. После босса мы с тобой получим пак. Две волны, уже по три противника, как мы видим. И начну я, наверное, с Громели. Так, секундочку, кусаем. А, подожди, лучше вот тут. Мне нужно накопить на заморозку и попробовать их всех заморозить. Это будет отличный вариант. Не надо, блин. Что-то тут еще силу себе он усиливает, прикинь. Так, что за фигня происходит? Мне не нравится вот этот весь расклад. Давай я сделаю вот так вот. Нам нужно уничтожить Громель, чтобы он тут не выпендривался. Так, а этот кого будет бомбить? Ох ты! Ах ты, жучара ты, позорный. Ты смотри, что он сделал. Ребята, у нас мало здоровья, нам нужно хиляться срочно. Каким макаром это сделать, пока не понимаю. Давай, хиляемся. Так, а что с этим-то делать? Так, что он будет сейчас делать? Понял.
Восстанавливаем здоровье чуть-чуть себе. Добили. Так, вторая, ребята, волна. Кто у нас тут? Ох, ё-моё. Водорез, тройной удар. Ну, наверное, тройной удар нужно валить в первую очередь, я так думаю. Остерегаемся вот этого. Вы чё, сейчас серьезно что ли, блин? Упс. Чё за дела-то? Ты посмотри, нас сейчас тут просто уничтожат. Ладно, этого я добью. А дальше-то кого убить? Наверное... Поехали. Тут хильнуться, наверное, нам надо. Слушай, мне что-то подсказывает то, что он сейчас уничтожит мне Барсика. Так и есть. Ну что, теперь этого придется брать под контрольку и, соответственно, разбирать. Только такой вариант. Третьего не дано. Ну, да вот дудки тебе. Получи, распишись. Атакуем. Запыхтел, да? Ну все, ему крышка. Да, ребята, мы тут справились. Забираем свои награды. И это что? Это рыба, 62 миллиона, да? Окей. И последний у нас с тобой бой остается. Слушай, может быть, нам все-таки барса и вепря убрать, действительно, и взять. Сейчас, подожди-ка секунду. Я могу их как-то переставить, нет? Не могу. Я, наверное, все-таки уберу и вместо него поставлю штормореза. Может быть, конечно, это зря. А может быть и не зря. Фиг его знает, как пойдет, ребят. Я не знаю, что там за последний босс, но я беру штормореза только лишь ради того, что он может понижать броню и хилиться. Ты смотри-ка. Злобные змеевики здесь, ё-моё. Это синие, да? Против синих. Так, что у нас против синих? Фиолетовый. Значит, шторморез должен хорошо их атаковать, в принципе. Ну да. Неплохо, я тебе скажу. Но они сейчас втроем будут ходить. Блин, у них атака, как у стального капкана. Еще и этот. Непорядок, ребята. Так дело меня не устраивает. Блин, они сходят сейчас вдвоем, да? Они сходят вдвоем. Если я кусану... Тут, ребята, в любом случае, я лучше просто кусану. Сейчас посмотрим, кого они будут атаковать. Но мне кажется, что... Ой-ой-ой-ой-ой. А, он ускоряется. Ладно, возможно, мы еще живем. Отлично. Отлично, ребята. Хиляемся. Так, давай сюда, наверное, укусик сделаем. Хвостом удар. Сейчас они опять вдвоем сходят. Опять? Ради бога, ускоряйся сколько хочешь. Главное, чтобы не атаковал. Блин, ускорение. Ее красоты. На тебе. О, шикарно. А этот сейчас, наверное, супер удар сделает. Идеально. Так, давай я сюда бомбаню. А, он опять ходит. Тихо-тихо-тихо-тихо, парень, не буянь. Не надо буянить. Надо было ему броню просто снести и все. И он бы уже давным-давно разлетелся на кусочки, короче. Что он делает? Парень, успокойся. Кто он? Это кто такой? Это кто такой, ребята? В первый раз такого вижу дракона. Нифига себе он. Так. Наверное, мы начнем вот с этого. Громорок несчастный, на. Хотя громобой тоже меня немножко подбешивает. Что он будет делать? Какой у него суперудар? Я фиг знает, что от него ожидать, ребят. Да ладно. Ты вот так вот, да, решил сделать? Ты решил, значит, вот так вот. Блин, ребят, так фигово, а.
Они под усиленной атакой. Как они сейчас будут бомбить? Я не знаю. Ага. Подожди, я не понял. А что так? Я... Что это такое? Это что за... Да ну нафиг это... Вы хотите сказать, что вот так вот он будет атаковать? Значит так, мы с тобой берем, наверное, креветы, да? В разработку. Пускай он поработает на нас чуть-чуть. А мы с тобой пока вот так вот сделаем. Неужели это такая офигенная броня у них? Фига он шпарит, ребята. Да что-то, что-то с чем-то. Ты видел, как он бомбит? Я его разобрать не могу. Прикинь. Так, по-моему, мы потеряем сейчас кривоклыка с тобой. Делаем вот так вот. Да отвали ты, блин, а. Только вот ты не выпендривайся, пожалуйста, а. Так, я, наверное, сделаю... Давай вот так вот сделаем. Сейчас вжарит, да? Этого добиваем, чтобы не мешался нам здесь. На тебе. Блин, у нас два бойца такие слабенькие именно по атаке. Я тебя умоляю, это что такое было? Я не имею права дать ему шанс, ребята, использовать... Блин, как сделать-то? Ага, так. Сейчас кому-то, ребят, не повезет из наших. Только вот кому? Ветрокрылу. Ну, а мы добиваем. Ё-моё, сложновато было. Но, тем не менее, прошли. Давай заберем награду. И это у нас опять рыба. Опять 62 миллиона, да? Окей. Но самое главное, что мы с тобой забираем пак. Окей. Так, это у нас содержит элитных. Ужасное чудовище, древоруб, шипорез, громоль, костолом, громоль-защитник и барс-вепрь. Как-то так. Угу. А здесь у нас пак еще созрел. Душитель, шторморез, кревет, громоль-водорез. Окей, да, ребята, можно было бы, конечно, сейчас пойти на аренку, немножечко повоевать на ней, но я думаю, что это мы с тобой оставим уже на следующую серию, потому что здесь все события мы прошли. На сегодня, кстати, мы хотели глянуть. Ага, редкий землехват. Берем? Берем. Потому что его у меня, ребята, не было. Теперь он у меня появляется. И, естественно, мы его отправляем на склад. На склад. Ну, ты понял, да? Вот сюда мы его отправляем. Точнее, даже вот сюда, в ангар. Конечно же. Ну, вроде бы как и все, да, друзья мои? Будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.